Но первую песню я хочу спеть. Значит, у меня в Ярославле сейчас снимается фильм о гибели нашей хоккейной команды «Локомотив». Она 6 лет назад разбилась, 40 тысяч человек погибло. Уже снято много фильмов, передач, но несмотря на это, в этом году еще снимают. Мой друг Владимир Крымский попросил написать туда песню, я написал. Называется она «В небесной лиге». Трагедию, боль, слезы и утраты принес с собой прерванный полет. Кто сказал, что ярославские ребята не выйдут никогда уже на лед? Кто сказал, что ярославские ребята не выйдут никогда уже на лед? А ну-ка, хватит им носить гвоздики, а ну-ка, траур, прочь и негатив. Теперь на небесах в небесной лиге на лед выходит наш локомотив. Теперь на небесах в небесной лиге на лед выходит наш локомотив. Им предстоит ледовое сражение на этот раз в небесной вышине. Их будут ждать булиты удаления, где надо продержаться в меньшинстве. Их будут ждать булиты удаления, где надо продержаться в меньшинстве. Доносится с небес шум гам и крики, звучит гудка знакомого мотив. Бьет свою игру в небесной лиге в полном составе наш локомотив. Ведет свою игру в небесной лиге в полном составе наш локомотив. Теперь у них игра идет без счета, им больше не уйти на перерыв. Открыты настежь райские ворота, идет в атаку наш локомотив. Открыты настежь райские ворота, идет в атаку наш локомотив. Них в раю плетут уже интриги, трепещут ангелы, дыхание затаив. Как там на небесах в небесной лиге всех сокрушает наш локомотив. Как там на небесах в небесной лиге всех сокрушает наш локомотив.